После бронзы на клубном чемпионате мира волейболисты казанского «Зенита» проделали неблизкий путь до Бельгии, где 11 декабря стартовали в розыгрыше Европейской лиги чемпионов. 13-й подряд сезон в главном турнире Старого Света казанцы открывали встречи против команды «Грин Яр». Раньше она называлась «Нолика». А главное, что «Зенит», играя с бельгийскими коллективами, одержал 8 побед в 8 матчах. Но как нас научил прошлый сезон, абсолютно любая серия рано или поздно прерывается. Честно говоря, не в наших правилах искать оправдания или отмазки. Но вы не найдете ни одной волейбольной команды в мире, которая провела бы за 42 дня 17 матчей, как казанский «Зенит», из которых домашних-то было всего лишь 5. 5 из 17. А все это к чему? Человеческие силы незапредельны. И чем дольше длится матч, тем тяжелее на площадке. Поэтому игру в Бельгии затягивать было нельзя. С пониманием этого на площадке стартовая шестерка казанцев. Будько Соколов, Михайлов, Воронков, Вольвич Самойленко и Валентин Голубев на позиции либеро. Первые две партии – все по плану. Подачи Воронкова и Михайлова в первом сете позволили оформить 3 эйса и создать необходимый задел вкупе с высоким процентом в атаке. Макс и вовсе набрал 9 плюс 4 за 2 сета. Во второй партии включился казанский блок. 5-0 по этому показателю и всего лишь 26% в атаке у хозяев. 25-20 и 25-18. И все же нельзя было затягивать эту встречу. Нельзя. А вот дальше все не слава богу. Травму в столкновении с Воронковым получает Валентин Голубев. Появившийся на площадке Валентин Кротков выходит в специальной желтой манишке. Под ней форма Вадима Лихошерстова. Багаж либеро не прилетел из Бразилии. А сил все меньше и меньше. Хозяева, наоборот, почувствовали запах крови и, подгоняемые болельщиками, смогли перевернуть игру. Бельгийцы добавили в защите, выцеливали руки блокирующих в атаке, а главное, ошибались меньше казанцев. 23-25 и 22-25. Тайбрейк. Казанцы летят 3-6, но отыгрываются усилиями Михайлова и уже впереди 9-7. Чувствуется, что Макс устал, но пулемет в этот вечер безошибочно сыграл в приеме, оформил 4 эйса и поставил 2 блока, став самым результативным игроком матча, набрав 28 очков. 25 на счету Соколова. Нгопет зарабатывает 2 матчбола для «Зенита», которые отыгрывает Ельтеман, набравший больше всех уже в составе хозяев – 21 очко. В итоге не повезло. Суперзатяжной и драматичный тайбрейк закончился овациями для хозяев. 18-20 в пятом сете и сенсационные 2-3 в матче в пользу «Гринярда». У нас же опустошение. Любая серия, династия, эпоха когда-нибудь заканчиваются. Как и закончится эта супердлительная выездная серия казанского «Зенита». До Нового года команде Алексея Вербова еще предстоит сыграть аж 4 игры, причем все 4 на выезде. Ближайшая из них состоится уже 14 декабря в 18 часов по московскому времени в Нижнем Новгороде против волейбольного клуба АСК. В конце же хочется сказать банальную вещь. Болеть за команду, которая всегда побеждает, согласитесь, легко и, честно говоря, даже скучно. Настоящие же болельщики всегда с командой, вне зависимости от счета на табло, последних результатов и места в турнирной таблице. Да, сейчас у нас непростые времена, но тем интереснее будет посмотреть, что же ждет нас на следующей странице этой истории.